Скажи, мама. Скажи, мама. В семье Нечаевых 5 детей. Места в двухкомнатной квартире для всех едва хватает. А когда приходят гости, в комнатах невозможно развернуться. Проблемы. Выйти гулять с детьми, вытащить коляску. Как минимум 2 велосипеда летом вынести. То есть это могут понять, наверное, только многодетные родители. Чем больше семья, тем больше сумок, тем больше всяких потребностей. Вот. И то есть частный дом – это идеальный вариант, как бы был бы. О том, что многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок, Евгения Нечаева узнала из речи президента. Говорит, как услышала, очень обрадовалась. Собрала необходимые документы и обратилась в земельный комитет. Идея неплохая, только правильно бы ее проработать бы, было бы неплохо. Сделать поселок, там 20-30 этих домов, ну, многодетная семья живет, многодетные семьи, у которых свои интересы, своя школа, свои движения, и дети будут определенно развиваться. Землю Нечаевы получат в районе поселка Молочка. Здесь выделили первые 19 участков. Они уже распределены по семьям. Главное требование к таким участкам – они должны быть удобны для строительства. Обязательные условия – наличие коммуникаций и дороги. Так что возводить дома на отшибе многодетным семьям не придется. Потому что это федеральный закон. Всего в этом году землю получат 120 многодетных семей. Участки выделяет земельный комитет. Он же берет на себя все заботы по оформлению собственности. В обязательном порядке обеспечим всех многодетных граждан земельными участками. Только это произойдет не в 2012 году, потому что программа долгосрочная. В следующем году также эти участки будут формироваться. За семейным ужином многодетные родители строят планы. Минимальный размер участка – 6 соток. А это значит, что можно и дом свой построить, и сад посадить. Александра Сидоровнина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.